Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная моделька, и это опять китайская реплика вновь от Кершиков. Не думаю, что это третья смена, хотя кто его знает, потому что даже элементарно в этом ноже открытие как-то по-другому происходит. Должна быть пружинка, но, по-моему, она в нем отсутствует. Так, это Kershaw Natrix 7007. Такое вот исполнение. Достаточно, кстати, качественное. Флиперочек. Хлопочки. И рабочее положение у нас сразу выскакивает. 19 сантиметров в рабочем положении длина. Длина лезвия 8 сантиметров. Такой вот интересный дул с двух сторон. Значит, ширина лезвия у нас 3 сантиметра. Толщина обуха 2,8 миллиметра. Значит, насечки на обухе очень такие цепкие, очень приятные к пальцу большому. Значит, на материалах клинка у нас что там, 8 хром 13 молибден ванадий. Ручка G10, вес общий 108 грамм. Такой фреймлок интересный. Рукоять полностью G10, нету стальных лайнеров. Бэкспейсер, походу, пластик. Такая вот симпатичная моделюшечка. Клипса переставляемая, очень такая упругая, плотненькая. А винты все черенькие. Так. Конечно, обработка клинка Stone Wash. Так. Что еще о нем сказать-то? Геометрия очень приятная, очень славно лежит в руке. Очень легок, очень невесом, можно сказать так. Так, про осевое. Так, что там в осевом? В осевом у нас керамические подшипники. На просвет я их увидел, на камеру я, видимо, их и не покажу. Ну да ладно. То есть реплика, которая стоит быть и которая должна быть. Вот такое ощущение, что вот пружинки нету, потому что он закрывается с каким-то, ну, как-то легко. Хотя, по идее, здесь он где-то должен, ну, немножко упругость, усилия должно быть. А оно отсутствует от слова совсем. То есть тут он как-то легко ходит. Должно быть усилие пружинное. Так что вот такой вот симпатяга. Мне кажется, он любому ножеману зайдет просто вот. Must have у каждого должен быть вот он. И это не реклама.